Говорят, что школа – это второй дом. А учитель – это человек, который сопровождает нас во взрослую жизнь. Ваши глаза самые добрые, без исключения, и самые мудрые. Милые, умные, мы хотим быть как вы. Вы любите своих детей, но и чужих любите порой не меньше. Для вас нет чужих детей. Бывает, что мы не готовы к вашему уроку. Простите нас. Вы гордитесь нами, когда мы лучшие. И поддерживайте нас, когда лучшие не мы. Иногда вы напоминаете нам мам, а иногда и пап. В чем-то вы разбираетесь лучше, а в чем-то лучше разбираемся мы. Часто вам не хватает времени на своих близких, ведь треть своей жизни вы проводите в школе. Учитель – это больше, чем профессия. Учитель – это жизнь.